Московской области начался пожароопасный сезон. За последние недели в округе резко увеличилось количество палов сухой травы, а также случаев поджигания сухой растительности и мусора. Только на этой неделе подразделения Северо-Посадского гарнизона пожарной охраны совершили более 50 выездов. В связи с наступлением пожароопасного периода отдел надзорной деятельности и профилактической работы напоминает жителям, а также гражданам, пребывающим на территории округа, то, что запрещено разжигание костров, сухой растительности, также мусор. Помните, то, что это может привести к последствиям не только к уничтожению растительности, животного мира, но и также к имуществу и, не дай бог, гибели. Напомним, что в соответствии с Кодексом России об административных правонарушениях за разведение костров и сжигание сухой травы предусмотрены штрафы для граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических от 300 до 400 тысяч рублей. Отдел надзорной деятельности совместно с сотрудниками правоохранительных органов, администрации, добровольцев проводятся рейды. Особенно уделяется в местах скопления, в местах лесного залежи торфа. Так, на сегодняшний день составлено 8 протоколов за выявленные нарушения в области пожарной безопасности при сжигании и разведении костров. В ближайшее время количество рейдов увеличится. Жители призывают соблюдать правила пожарной безопасности и в случае обнаружения возгорания звонить на номер единой диспетчерской службы 112. Елизавета Фомина, Дмитрий Зайчиков, программа «События».